Здравствуйте, друзья. Это Подмосковье. И мы здесь на съемках. Это наш лагерь. Ну, сейчас все на площадке занимаются подготовкой реквизита. Вот я тоже пришел за реквизитом. Вот за этим чугунком. Вот в этих палатках тоже реквизит. Мы находимся буквально на тропе Сергия Радонежского. Это тропа, которая ведет в Троице-Сергиеву лавру. И такие, конечно, здесь деревья. Ели огромные и много мест. Много мест таких заповедных, прямо из русских сказок. И это были шорты Альбатроса. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.